рассада пиона и тосанома мандей легко приживается и быстро вырастает в красивые кусты с оригинальными желтыми цветами. Благодаря оранжевому основанию, у соцветий очень теплый оттенок и даже в пасмурную погоду растение выглядит ярко и солнечно. Цветение проходит в мае-июне, в зависимости от климатической зоны. Цветы в срезке могут стоять 10 дней. Высота взрослых кустов до 80 см. Основание побегов и то гибрида покрывается древесной корой, растение устойчиво к ветрам и ливням. Особенности посадки пиона санома мандей. Лучшее время для высадки рассады – конец лета и начало осени, растения успевают хорошо прижиться. Корни не переносят грунтовые воды и болотистые почвы. Семена перед проращиванием вымачивают 2 суток. Пион и тосанома мандей – это травянистые высотой от 70 до 80 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка масляно-желтый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 17 см. Пион и тосанома мандей создал Толомео. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.